Америка, куча всяких. Ну, мы желаем удачи обеим командам, братве и High Skills Players. Да, и Ну, начинается вторая игра. да, вторая. Напоминаю, для тех, кто присоединился к нам только сейчас, первую игру у нас выиграла братва Нурика. Ну и мы будем смотреть дальше, как повернется игра в чью сторону, так сказать. БО2 у нас. БО2. Надо было и анонс сделать. Ну ладно, вот, High Skills Players банят Никса, а братва Нурика банят Эмбер Спирита. High Skills Players вторым баном сразу же Инвокер. И братва Нурика вторым баном Идет идет. Реэкстрасенс. Это будет Фурион. Фурион? Они Нет. забанят предыдущий состав? Ну, да. Фурион Чтоб его просто... противники не взяли. Фурион просто был весьма... А, это Тун. Ну, блин. Опа. Играет сразу Ancient Operation. Аппарат. Да, был он весьма полезен в предыдущей игре, попадал. Никакого хила. Плюс дамаг. Это, в общем-то, хороший герой. То есть Да, он это супергерой. добавляет дамаг. В принципе, стан неплохой. Да и За счет замедление того, тоже. что станом еще попасть надо. Тимберсоу и Лич. Опа. А Да. неплохо я тогда, когда-то вчера мы с тобой играли. Как я на Тимберсове отыграл, ну оцени. Ты вчера не играл со мной. Играл, спорим. Нет, со мной ты не играл, ты играл один. Ну вот мы рядом сидели. Ну да. Давай ты не будешь себя здесь рекламить, иначе я скажу, какой ты на самом деле хороший игрок. Ну ладно, все, заткнулся. Так, ждем. Смотри, у нас практически мгновенно идут два пика, Лич и Тимберсоул. Ну да, в принципе, как и в прошлой игре. Да, ну Тимбер это скорее всего хардлайн, а Лич это может быть дабл-амид. Ну, я не знаю, High Skill Players пытаются провернуть то же, что было в прошлый раз. Storm Ancient Operation. Ну да. Дать Бейна? Нет, Бейна нам уже не дадут в этой игре, потому что Бейн улетает в бан. Мало ли, может что-то Причем да банят его сами High Skill Players. не так пошло в прошлой игре, возможно. Ну, Да. мне кажется, у Шторма все так пошло. Шторм был весьма неплох. Возможно, как и во всех турнирах, я так, ну знаешь, часто наблюдаю такую ситуацию, не просто не хватает тимплея, именно сыгранности команд. Да, но в про-серии такое редко увидишь, когда сыгранности не Но все равно, хватает. ну, если судить по прошлой игре, чего-то не хватило у High Skills. Мне кажется, тут совершенно другое. Тут просто банально не подперло. Не поперло? Не подперло. Ну, Ну ладно. бывает, не прет. Можно и так сказать, не поперло. Ульты не залетают не туда, когда надо. И вот, смотри, в прошлый раз Дазла им не дали, а на этот раз они его забирают. И банят Рубика. А да, потому что у Рубика есть что потырить там. В Да. принципе. Тут и пилы, и чайники. Всякие, да. Да. И минус плюс броня Дазла. Уходит у нас бан Вивер и Вайпер. Но этого мы не сказали. Напоминаем еще раз, BO3 у нас, Best of Two, так сказать. BO3 Best of Two. Best of... Нет, Ты я сказал сказал BO3? BO2. Ну, BO2 ты сейчас сказал, да? Ты сказал BO3. О, тут я лох. Короче, BO2, и это уже вторая игра для тех, кто смотрит. Да, есть возможность играть в ничью, а есть возможность проиграть в сухую. Да-да, довольно-таки интересно. Ну, посмотрим, Жизнь покажет. что да как, да. У нас уже пошло дополнительное время. Это... Думают. Кого взять, так чтобы законтрить? Ничего. Ладно, ничего, это я так. Не обращай внимания. Пикают на шадо шамана, High Skill Players И и сельдь.
Портфель. Селедка. Соленая или под шубой. Или с луком в уксусе. Люблю селедку. На самом деле. Селедку? А селедку, да. Любишь? А? Карасей любишь? Карасей, ну как сказать карасей? Ну, больше, может, толстолобиков или... Не знаю. Не знаю. Мне еще красная икра нравится. Ну, смотри, и... трипла у нас уже сформирована у High Skill Players. Сейчас будет идти мид и хардлайн, я так понимаю, правильно? Ну, скорее всего, да. А, ну так да, так и есть. Если они резко не поменяют разлайновку и шторма в мид не пошлют. Ну да. Ну, как сказать, резко поменяют разлайновку. По умолчанию шторм должен стоять в мидлайне. Нет, это да, но судя по прошлой игре, не, ну резко да. Поменять разлайновку, ты понял, в каком смысле. Сделать все как надо, по-нормальному. Это и есть поменять. Ну да, все адекватно, чтобы было. Что у нас здесь? Что у нас здесь? Есть Juggernaut. Juggernaut! It's a Juggernaut, bitch! Да. I'm a Juggernaut, bitch! Довольно-таки веселая ну, видюшка. Да, ну что я могу тебе сказать. Если кто-нибудь видел, поймет. Ага, в пятый бан уходит Батрайдер. Ну... Не, ну... Ну, как сказать? Не, в принципе, бан хороший. Но все равно не пойму, к чему. А куда они... Не, ну к чему это? Скорее всего, они сейчас пикнут того, кому сможет помешать. Батрайдер. А может шторм в натуре пойдет на мид, а Джаггернаут пойдет это в триплу? Да, в натуре, чисто конкретно. Да, я отвечаю, Вася. Я не знаю, они могут пикнуть сейчас какого-нибудь медведя или что-нибудь типа того, но кому может помешать Батрайдер вот так вот жестко? В принципе, любому. Ну да, так-то. Но все равно не догоняю немного. Джаггернаут, куда же он пойдет этот Джаггернаут? Харде, насколько я знаю, не выстоит, ему нужна опека. Естественно. И что, водку совсем не пьете? Естественно. Ты что? Так, ну... Время, как всегда, у братвы остается куча. Почти не использовано, всего там буквально одна секундочка. Да, дополнительно. Пацаны знают, чего они хотят от жизни. 2, 3, 4, 5. Отжала братва предыдущую игру High Skill Players. Да, так чисто. Подворотне. Ну что, можно посидеть, посмотреть последние пики и уже, в принципе, мы уже, в принципе, все и рассказали, что да как должно быть. Поэтому можно посидеть, посмотреть. А еще нам пишут, что мы упороты. Мы упороты? Ну это, наверное, про водку. Может быть. Да водку совсем не пьете. Ну, голос детский, это мой. Извиняйте, не вырос еще. Ой, я да только, ладно. Я только 16 вырос, лет. А голос все равно детский. Да, сидит со мной. Давай будем реалистами, я слышал себя на записи. Смотри, они что пикают? Да. Энчантрес, в принципе, куда? Хардлайн? Лайн? Нет, хардлайн. Нет, НЧ, скорее всего, будет саппорт. Знаешь, что это может быть? А, ну, удиви. Так, сейчас тебе скажу. Это, скорее всего, Тимбер Соу Харт. Или... Сейчас. Дай мне подумать. Ну, думай. Тимбер Соу Харт. Или Ник. Знаешь, бывает, с мечом ставят таблу мид. Вот я пытаюсь подумать, как они сделают в этом случае. Ну, сейчас посмотрим. Я просто не вижу у них ярко выраженного мидера. Тимберсоу. Тимберсоу? Ну, Лич тоже может. Ну, Лич, ничего. А кто тогда в хардлайн пойдет? А? Ну, Лич уже не в мид пошел. Ну, Лич может пойти поставить варды. Смотри, Лич стоит в хардлайн. Прикольный сет у Дазла. Ноги клевые. Да, это Лич Хардлайн. Ты видишь, он купил тапок. Он купил тапок. Я понимаю, что это будет. Он будет получать экспу за счет того, что будет есть своих крипов.
не будет давать линии слишком сильно пропуш. Да, в принципе, он может. Тиммер норм. Нет, ты оказался прав. Но трипла у нас будет классическая. Да. У этого, блин, у Хиси, вот, как я и говорил, Шторм, они поставили его по-адекватному, все как нормально, на мид. А здесь вот такая вот трипла. Я ну, тоже Гейл напишу. Мы, в принципе, с тобой так и думали, но как Джаггернаут мог стоять по-другому? Ну, он не может без опеки. То это только в паре Джаггернаут может пойти в мид или хардлайн один стоять. Дарксир. Дарксир у нас пошел хард. Ну, куда смотреть? Ну, как и ожидалось, в принципе, Дарксир так-то. Чё? Я намек понял. А ну, скажи что-нибудь. Друг. А, все, я понял. Алло, я здесь. Меня нормально слышно? Да. Так. И у нас началась игра. Это будет неравный бой, я думаю. В одни ворота, я имею в виду мид. Потому что все-таки Тимберсов против Шторма. Шторм. Да ладно. За ладно. Шторм не будет щадить. А? Шторм щадить не будет. Хотя, знаешь, в принципе, я, наверное, поторопился с таким выводом. Все-таки у Тимберсова есть отличная пассивка, благодаря которой он будет хилиться. И Шторм его сможет забирать только через прокасты. Но ведь сможет, правда? Так и у Тимберсова так-то неплохие прокасты. А, похоже, у нас не выком шик. То есть там как только чакрамы и все. Ну, подожди, до чакрамы еще дожить надо. Наверное, у Шторма тоже не будет не все так про. Понимаешь? Чакрам не салит, поэтому... На Дарксира повесили сетку, и он убегает все спокойно, да, он убежал. 150 кп остается у Дарксира, есть у него хилочка, он сейчас себя восстановит. Да, спокойно отхилится. Ну так, коза, как и задумано, фармит в лесу. Дазу опекает Слардера. Смотри, сбивает ему клерики, да. И занул его яд. И смотри, как жжет. Как же он его жжет. Дарксир жжет. Да, у него осталось буквально 87 хп у Дазу. Еще один такой заход, и да. Дазу может спокойненько покурить в таверне. Да, идти в таверну, пивка там попить, и еще чё. Ну, а сейчас... Смотри, не унимается Дазл. А, понимает он, что нет маны у Дарксира ни на что. Поэтому мог он себе позволить такое. Смотри, мид. Медюлька. Да, все вижу. Но вряд ли они его завалят. Так как, смотри. Хотя ты знаешь, как это вряд ли они его завалят, если они его очень даже могут завалить. Неужели, да, завалили, да, минус. Это First Blood. Ancient Operation забирает First Blood. Просто дикие куски отваливались под Chilling Touch. Да еще и иллюзии свои ставил. Шторм. Да. Там еще и доп урон шел, та, там вообще. Смотри, вышел любитель подуть. Да. Дует. Just do it. Сбил ему каст-аппарат, 45 секунд. Как он называется? Дикокрыл потрошитель? Ты это видел? Что, блин? Я раньше не видел такого. Дикокрыл потрошитель? Дикокрыл потрошитель. В доте, редактор, вы что, совсем упоролись? Какой дикокрыл потрошитель? Вот это поворот. Это поворот. А сатир душекрат? А адский медведь-крушитель? Адский медведь-крушитель, вот это поворот. Адский медведь-крушитель. Темный тролль-призыватель. Ну, блин, это, знаешь, чтобы без простых названий. Вожак волков. Вот тут все просто. Да. Дикрыл-потрошитель. Адский медведь-крушитель. А, блин. Блин, видел, но такого еще не видел. Кентавр-захватчик. Не, ну это такое уже. Кентавр следопыт. Ну, это из разряда
Гарпия Штормодел, потом Бронелобы. Штормовая гарпия. Камнелобы, как они Рошина называли, я уже не помню. Камнелобы вроде бы, да? Ага, вот, сразу же, скорее всего. Неужели... А куда он побежал? Стой! Шторм ходит, и Шторм. Он видит ДДХ, он бьет ДДХ. У него бутыл есть. Берет ДДХ, он пьет и... И он уходит спокойно. Да ты знаешь, он еще попытается побороться, ты посмотри, что делает Шторм, забирает. И... Не, ну тут нет. Ну это он зря. Он, конечно, инчу забрал, молодец, и все такое. Сетка была. Почему он не стал никуда уходить, никуда убегать, и не увидел сетку? Ну, знаешь, он выжил по максимуму, по-моему. Ну да, еще плюс и инчу. Нет, в принципе, он мог выжить, но не забрать при этом козу. А он забрал козу и при этом умер. Ну, я не знаю. Риск такое дело. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Он постарался, попытался, смотри. И будет попытаться забирать еще раз. И скорее всего, заберет. Да, лянь, ты да, смотри. Да. Просто. То есть, уже седьмой левел. У Тимберсова только шестой. Да, он почти восьмого, посмотри, там один крип остался и все. Аппарат у нас третьего пока. У аппарата еще. Ну так он регулярно приходит на мид. Да, да. И убивает. Дарксир нафармил на кольцо, но пока еще не купил. Слардар нафармил на кольцо и уже купил. Нет, Слардар накупил на свое кольцо. Накопил на свое кольцо, а Дарксир на свое кольцо. А, я понял. Ну, тому нужен что? А, кстати, не знаю, это будет Слардар через что? Вангард, может, нет? Вангард, да, ну а я не вижу других идей. Что? Рефрешер? Бладстоун? Да. Такой именно Бладстоун. Я не знаю, может, это какой-нибудь... Пишите, я там иногда чат проверяю, пока нет никаких мега-убийств, кроме как на боте. Потому что Омнислэш уже есть у Джаггернаута и там просто. Да. Скоро начнем. Джаггернаут! I'm a Juggernaut, bitch. Он там не так говорил. Блин, я сделаю видюшку, вырежу из той видюшки. И будешь включать, да? Когда будет играть. Точнее, когда, да, выберут. Это же не такой бас, чтобы я мог говорить I'm a Juggernaut, bitch. Нет, я не за тебя. Нет, я в общем, понял. Когда буду качать из Ютуба уже свои стримы, буду вставлять видюшечки. Чё, заморгал до смерти Шторм. Ну, да. Здесь остался Дарксир против Слардера. Причем Слардер имеет левел больше, чем Дарксир. Хорошо, его саппорты погоняли. Ну да, то есть там... Ну, Дарксир, в принципе. Ну да, Дазл уже... Его тут по полной. Да, Дазл уходил, не давал ему расслабляться. Терроризировал. Вот. Ну и счет у нас 5-1. В сторону High Skill Players. А что у нас по графикам? 7 минут прошло. Ну, рано еще, я вижу. В принципе, до первой драки нельзя смотреть, потому что смысла не имеет. Там превосходство совсем незначительное. А экспа 250, 700 по голде. То есть башню уронили, и все, нет превосходства в голде. Ну да. То есть тут то такое. Если будет хороший... Да, проверим после хороших тимфайтов. Продолжается у нас противостояние Шторма против Тимберсова. Видишь, то, о чем я тебе говорил, не может Тимберсов противопоставить... Не убегает Дарксир, обидно. Ладно. Как убегает, если убегает? Ой, да, убегает Дарксир. Я думал, тут сетка, а здесь обычный адский медведь-крушитель. Да. Адский медведь-крушитель, блин. Нет, ну круче, дикокрыл-потрошитель. Дикокрыл. Дикокрыл-потрошитель. Блин, дикокрыл нафиг. Ты знаешь, я такой ник поставить? Дикокрыл. Дикокрыл-потрошитель. А ну, теперь-то они его заберут. Да, стан. Тут еще и Дазл подтянулся, хил от Дазла, но нет. Нет, там прошел баш. Еще и ТП. Нажал ТП. Забирают у нас. Нет, не забирают, пытаются только забирать. Баш, да они уже пушат, блин.
Ага, смотри, смотри, смотри. Чего? Выехали за Джаггернаутом. И Он цепная уходит. Tensing Operation, врубили замедло, и это минус И аппарат. минус аппарат, да. Да. А там шторм все так же терроризирует Тимберсова. Блин. Да, это еще раз минус Тимберсол. Еще О, становится уже оказывается, шесть. сет на шторма появился. Вот это поворот. Да давно. Слушай, ты мне... Ты вымеешь его? Да, это так легко выменять новый сет на шторма. Знаешь, какой самый простой способ получить шмотку, которую тебе хочется? Берешь, Берешь, не да. ходишь, ходишь в школу, но тебе когда мамка дает 10 гривен, ты не откла ты Да, откладываешь эти ты не 10. ешь, не ешь, а экономишь. Да, не ешь в школе, потом идешь к терминалу, покупаешь, ой, закидываешь на WebMoney бабло, закидываешь в Steam бабло и покупаешь. Да. Все. Народ, учитесь, кто не знал, кто еще в школе учится и все такое. Как там на паблике писали? Продам мамку за хук пуджа. Да-да-да. Для чего люди пошли? Ой. Что вызвало бурные эмоции и обсуждения в самом паблике. Сколько там? 20-30 комментов пошло. В комментариях там сразу моментально просто появлялись. Да. Неравнодушный народ жаждел. Ничего, у нас продолжает фармить лесу. Неплохо у нее это получается. У Слардара уже появляется вангард, и скоро у него уже будут ПТхи. Да, ну Вангард, как обычно, в Да, принципе, да, да, не да. такого. Просел здесь Дарксир, бежит на базу. Вот, Ну, ПТхи. Дарксира, в принципе, ну, пока ничего. Ну, Дарксир постоял хардлайн. Вот как он есть. У него пятый уровень, у него тапок, у А него. Шторм тем временем... Опа, мид. Подожди, шторм еще здесь даст прикурить, он еще не отъезжает. Да, Шторм тем практически временем это уже у него пробел. квотерстаф и уже вот уже нафармил и уже у него Апплиент. посох, да, обливен став на орчит уже один Да, посох не так, как есть. в прошлой игре, тут ему пришлось за это побороться, потому что он быстрее чуть подфармил. Смотри. Крутится, крутится, и неужели? Стоп. А почему у Ох! него тап? Хорош, И? хорош, хорош. И? Неужели не погнался? Ну, блин! Мансы, мансы, мансы. Пытался. И ты видел? В миллиметре А пронеслось. ведь в натуре мог бы. Там 50 хп буквально оставалось. Интересно, если бы шторм остался под башней. Как? Ходил вокруг нее? Нет, вот он, допустим, ну, зашел сюда, вот так вот, и прошел бы вот так сюда. То, что бы Как было. он бы убил бы Тимберсова? Вряд ли там, ты посмотри, там Тимбер был почти фуловый, ну как фуловый, у него больше, чем половина хп было, в то время как у Шторма 50 хп было, как ты думаешь? А максимальное КД на скилл у Тимберсова 8 секунд, это чекрам, а все остальное, ну в принципе и первый скилл, а все остальное у него минимум занимает. Да и Тимберчай. Ну да, в общем-то, не убил. Поэтому я думаю, там Шторм был не жилец, если бы что-нибудь такое произошло. Аппарат у нас почти шестого. Начнут у нас скоро бомбометание. Тогда вообще плохо будет С этими Тимберсолу противостоять. бомбометаниями. Да. Так, видимо, цепляют. Цепляют. Да, цепляют селедку, Селедку. убивают Вот селедку я и думал, убивают. не будет. Смотри, Нет, на нет. козу, да? Неужели и убивают? Да, Это не наша убивают коза, козу. коза просто взрывается, ты видел? Я думал, козу сложно убить под килом, а оказалось, что это проще некуда для такого шторма. И что, ты думаешь, он уйдет? Нет! Нет, конечно. Сейчас будет пытаться еще раз. Ну там, правда, ДД. ДД только на физдамах работает, поэтому. Что уж там. Да, у нас Тимбер, в принципе, физдамагом никогда особо не Я страдает. помню, как первый раз играл. Точнее, не первый, а в общем играл. В начале, когда У кто-то. тебя каждая игра как первая. Смотри, смотри, видит, 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 Ой. видит. Видит, цепляет, Цепляет, цепляет. Видел? иллюзия на Видел, прикинь, накидывание вылетает, и это сразу же минус, да. Тимберсол. Но забирает да. Дарксир. Но он успеет И отойти. Успе не да, успевает! успел, Блин! да, успел. Срубили с него стрик в 500. В 550, 550. 560. 558. Да. Если быть точным. И попал. Нет, не цепляют, нет. Прилетает сюда Джаггернаут, есть у него... Нет, нет. Прилетает туда лич. И неужели... Нет, минус аппарат. Не примораживается Слардан.
Джаггернаут тпшится. Прикольное оружие у селедки, кстати. У нас замесы. Какое там оружие? Прикольно. Куда пропал сет Джаггернаут? Он же был с сетом вроде. Джаггернаут? Ну да, Джаггернаут с сетом. Нет. Something Faces, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, Джаггернаут был с сетом. Ой, ну ладно, не суть в этом. Мы тут игру стримим. А так сразу. Сеты. Хотя сеты это тоже довольно-таки занимательная штука. Да, они красят нашу игру. Я вот бывает играю на героя только потому, что у меня есть на него сет. Даже если ты на нем играть не умеешь. И на ком, например? А? А? В смысле на ком, например? На ком, например? Тут мехазамес. Кстати, шторм-то хорош. А шторм сейчас-то отъедет? Нет, сейчас аппарат отъедет, что ты хочешь? Хотя, ты знаешь, сейчас у шторма выйдет... Нет, аппарат минус. Это минус шторм, шторм отъехал. Флардер забирает. Да какой шторм, ты больной? Аппарат. Аппарат? Это был аппарат? Да. А, да, я извиняюсь, это был. Всё. Шторм-пот идет на базу пешком. На переаттестацию, понял? Переаттестацию. Интересно, как проходит переаттестация стримеров Доты? Там тебе просто называют рандомно скилл, ты должен говорить героя. Или называют рандомно героя, ты должен все четыре его скилла сказать. И сидит такой препод, и ты сдаешь ему экзамен. Два часа. Он тебя просто спрашивает о Доте. О вещах там. Сколько стоит рецепт Меки? И ты сразу... 900! А у Меки... А у Меки есть разве рецепт? Да, у Меки есть. Все, не сдал, садись, два. Пересдача. Прожали у нас паузу. Ко мне там кто-то добавился. Ну ладно, пофиг, я вообще не знаю, кто это. Что ему надо? Так. Мы пока глянем. Я пока спрошу в чате, как у вас дела. Как у вас дела, друзья? Такая пауза. Изначально. Тихо так все. А вокруг тишина. Я заснул. Ладно, я не буду. Мне надо пить больше. Да. Так а что там в паблике говорил? А какой я пароль, кстати, вводил в ВК? Ты не помнишь? Прям вот на стрим сказать, да? А, все, вспомнил. Сказал бы Steam, я бы и понял. Что? Steam. А что Steam? Ну все, я уже вспомнил пароль, нет. Махать 8 сообщений? Что ты сделал с моей страницей? Вышли с твоей страницей. Твоя страница, твоя страница. Тут просто 8 сообщений, и я просто в шоке. Как так? Что за дела? Откуда? Может, кто-то что-то от тебя хотел. Go. Так. Go, Power Rangers. Понеслась, да. Все довольно-таки весело. Перетягиваются команды на мид. Да, ну смотри, эта игра, она значительно ровнее идет, чем предыдущая. Здесь уже не справа, не ворота. Сразу был буст такой. Никакого пуша глобального. Ну ты помнишь, как у нас сначала тут прошли, снесли все, потом тут прошли, снесли все. А потом такая просто. Ничего уже не смогли сделать. Да. Да, сошлись в миге. Тут еще даже есть и шанс побороть. Опа, дагер. Цепляют. Стан и ульт от Лича. Мгновенно просто разбирают шторма, убивают. Это как-то жопу разорвало. Жопу разорвало. Нет, жопу разрывает, это когда у одного человека ультует Леон и Лина. Это вы теперь представьте, там сколько у Леона? 900? 1200? Да больше, 1200. 1200 у Лины, ты что? Нет. Или 1200 у Лины. Блин, я вот сейчас зайду и посмотрю. 1200 у Лины. Ты чё? Так, у Лины 1250. У Леона 1025.
Но у Леона в начале больше. У Леона 725 в начале, а у Лины в начале всего 600. Так что такое? Это не меняет сути. Омни слэш. Ой! Слэш заюзан в крипол. Она всё. Спокойно себе уходит. Они бабочки, бабочки полетели, полетели бабочки на базу. Полетели, да? Где? Да, полетели. Они знают, где их хозяйка. А на уровне подсознания. Бабочки. Это как это, Галадриэль из вселенной. Что ты несёшь? Лотер. Смотри, короче, масс ТП на топ. И тут, короче, вообще понеслась. Да, пытаются, да, глянь, блочит, блочит его. Но уходит. Убегает, убегает, убегает. Ну, Махач, что-то Тимберсовый вообще. Что-то как-то он странно играет. Нет. Опять мимо промазывает, не хватает ему. А шаман тем временем где-то... Он посмотрел на это все и решил уйти. Не отдал башню вору. Нет, разрушил башню. Да, солнышко Казахстана уничтожило. И шторм. Шторм пытается делать. Он просто такой, типа, я здесь. Ба, стан, сетка, и просто накидывает ульто инча. Просто, я не знаю, буквально за три удара развалился. Да тут сейчас и аппарат за три удара развалится. Ой, аппарат вообще заигрался. Что он здесь сделал? Ну вот теперь по одному начинают баны забирать. У него не было на самом деле вижена, он не мог знать, что здесь выходит вся команда на него, что его здесь видели. А вот у других вижен есть. Не боковая, я извиняюсь, центральная линия. Ну, не вся линия, а только башня. Т1. Т1. Ну да. Появляется второй квотер став. О, точнее, не квотер, а облиен став у шторма. Кстати, что у нас по графику? Ты да, посмотри... кстати... Помнишь, когда я вначале говорила, high skill players загнули вперед. Ты посмотри сейчас, куда график ломанулся. Но это по опыту. Дропа снова отжимает голду. 4000 по XP и по голде-то, по голде. Да, так что не надо. Да. По голде у нас незначительно лидирует, совсем незначительно, сколько, 500 голды лидирует. High skill players, а по XP кривая у нас провалилась в тотальный низ. Ты смотри, почти 5000. Ват. Нет, минус аппарат. Даже не сложило каких-либо трудностей у Генчи с Дазлом. Поэтому... Геларджик. Братва. Возможно, с целью убить Бронелобова. И зацепили Слардара, превратили его в курицу и очень толстый. Хороший стан, но там иллюзия сработала. Да, и да, забирают, и тут же забирают Джаггернаута. Ульта аппарата, как же она четенько прилетела. Да. Пала по всем. И крест был. Можно убивать Дазла, можно. Можно, будет он пытаться, будет Шторм пытаться убивать Дазла. Неужели Инчу? Типы блочат, попадают. И да, забирают не... Дазла, забирают... Тинчу, да, забирают Тинчу, забирают Дазла, это 2 в 4. Такой вот у нас бой получился, на самом деле, интересный. Да. 2 в 4, и тут резко начинают проигрывать баны. Братва, короче. Я скажу, они резко начинают проигрывать. На игру выровняли, считай. Да для не выиграли, вы выровняли, точнее. Ну, игра, в принципе, да, идет ровно. Я не могу сказать, что кто-то перевешивает. Посмотри, по башке у нас счет ровный. По голде у нас счет тоже ровный. Типа, да, открой график, пусть увидят и зрители, что график на нуле остановился. Да, почти. Ну если округлять, то да, ноль. Вверх-вниз. Только по опыту. У нас совершенно другой. А, по XP тоже, смотри, заломилось. Только что у нас было 5000, и тут сразу... 5000 как не бывало, уже 2,5. Сразу в 2 раза уменьшилось. 2 раза уменьшилось, да. То есть... Мы будем ждать до конца, чем закончится эта игра. Не можем мы знать. Слушай, это получается тебя слышат только в... Dota TV, да. А меня не слышат. А, ну ты можешь сделать. Интересно, как? А, там в настройках, глянь. Так, врывается шторм. Сразу же цепляет Нурика. Нужен. Да. Попал. Втроих. Полечу. Это минус лич. Я могу это гарантировать. Не.
Нет, не взорвется. Нет, Лич не взорвался. Подожди, аж там что? Там первая ульта всего у аппарата. Когда у Лича уже вторая. Так, а что у нас, кстати, по уровням? Почему так получилось? Ага, вот стан, омни слэш такой неплохой, там второй левел, скорее всего. С аганимчиком, может. Нет, без аганимчика. Так, от Лича, вот ульта хорошая прошла. Ой-ой-ой-ой-ой, ульт забирает аппарата. Ну, в смысле, ульт Лича забирает аппарата. Убегают, убегают, они убегают. А что же ты еще сделаешь? Убегает Дарксир. Сейчас у него появится крутилка, и он подрубает. Не-не-не-не, пока не подрубает. Он подрубил крутилку, смотри. Но тут его не... не ту крутилку я имел в виду. Чакрам. А, ты имел в виду Дерсова? Да, чакрам крутилка. Ну и опять же таки, 2 в 4. Уровень героя, ты посмотри, аппарат у нас все-таки... Почему это появился? Он, у него самый маленький уровень в игре. Он всего 8 уровня, в то время как... А их тут, короче, запалили. Попадают по троим, сейчас будут они довольно сильно просаживаться. И не поможет им даже от хил дазла. А, поможет, в принципе. Вот опять же, если бы у аппарата был... Тут заваливается. О, хорош. Чиллинг тач. И накидывает. Нужен, 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 накинь ему. Да, накидает. Но тут змейки закрылись. Кого там, кого там? Дазла. А, дазла, дазла. Ну, его вовремя спасла вся команда. И не отступают, и все еще нет. Мы не, будем ну, а стоять. Мы будем стоять на своем и. Еще один ульт залетает от аппарата. И опять они решили отступить, переждать, пока спадет эта штуковина. Мол, давайте, друзья. И опять, смотри, ну что. Ну что за конвейер? Ну неужели они не понимают, что здесь есть виджен, что видят они их всех, как они заходят по одному? Блин, это просто наработанная острота. Ничему людей не учат. Да, ничему людей реально не учат. Просто, блин, дайгер, стан, все, рассыпается любой. Будь то шторм с волшебным эскейпом, будь то Раста с кучей дизейблов. Все, без исключения. О чем я и говорил, не хватает слаженности. Да, конвейер гейминг он. Как говорил. Просто зашли и начали отдаваться, как и в предыдущем игре. Ты помнишь, когда они вот здесь по топу шли? Угу. То же самое было. Они не собирались пятером и не шли драться. Они шли. Сначала один шел, потом второй шел, потом третий шел. Так и было. Так и было. Вот смотри, смотри опять. Стан, буквально удар он рассыпался. А ульт там все вверх. Сейчас Слава подождет буквально по секунду и снимет эту штуку. Чё-то у меня ПС проел адский. Вот это вот. Ладно. ТПС все-таки забирают Джаггер. Забрать Джаггер, да. Причем не пойму, сам где-то сделал скролл или как. Да неужели? Ох! Написали Хиси снова ГГ, правильно? И, насколько я знаю, сейчас разрушится фонтан. Да, это, скорее всего... Первую игру у нас выиграли... Братва? Братва. Братва. Да, и вторую братва выиграли. Ну что ж, показывают отличную игру у нас. Кто у них там был капитаном? Нурик. По-моему... Нурик? Нет, не Нурик. Да, да, Нурик. Да, да. Да, D2.ru турнир. Так, ладно. Все неплохо было. То есть команды старались обе, но сильнейшая оказалась братва. Блин, это смешно звучит. Сильнейшая оказалась братва. Обе команды отыграли неплохо. Слушай, ты тут вообще? Да, да, я здесь. Что я просматриваю счет криптат. Разрушили. На этом наш стрим подошел к концу. Команды показали отличную игру. Ну, кто-то, как всегда, лучше, кто-то хуже. Братва меня, в принципе, удивила такой слаженной, хорошей игрой. Не, ну, про серия, что ли. Про серия, да, здесь у нас не шуточки. На мелочи уже никто не разыгрывается. Вот-вот. Ну что? Будем закругляться. Да.
Всем спасибо, оставайтесь с нами, до новых встреч. Угу, да.